финальный поединок. 27 килограмм. Обмен подсечками. За счет ногами. А здесь переворот в спорте сейчас будет вероятно перевод на удержание, получится немножко не получилось. Попытка сделать из Сатугари еще очередная, так более динамичный сейчас выглядит Силева. Вот еще очередная ее атака. Пока нет оценок, но все-таки она доминирует там в начале этого поединка. Больше попыток атакующих. Здесь возможно сейчас, если она еще пару таких атак сделает, будет предупреждение за пассивность Роджеру и Терезе, но пока арбитр не дает предупреждение. Еще атакуют попытки сделать из этой пары. Здесь даже контратака тоже была. Сатугари и сразу же переход на Сантаку, чтобы сделать переворот на удержание. Попытка была делать от Шумака. Победа приближается к завершению определенного времени, но пока только два шида предупреждения имеют Роджера. Никаких других оценок нету. А вот здесь сейчас есть оценка в Азаре, да. На последних секундах практически делает это. Добавляет еще, добавляет. И таким образом, я думаю, за оставшееся время завряд ли Роджера сможет сыграть, то есть походу всего поединка не показывает такие. Да, вот она попалась на ответственную Сатугари. Роджера рисковала, делала вход. Александр Шумак. До 42 килограмм. Болгарии.